Владивосток вместе со всей страной принимает участие в акции «Журавли», которая посвящена трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Накануне в городском дворце детского творчества память погибших почтили школьники краевой столицы. Бумажных журавликов своими руками смастерили ребята, а затем оформили в композицию «Клин белых птиц, улетающих в небо». Память жертв теракта дети почтили минутой молчания под песню «Журавли» в исполнении народного артиста СССР Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске стало крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.